Почему? Ряд чисел обратно к простым числам является расходящимся. Доказательство Лёши. Естественно, тоже отметим отрицательно. Предположим, что этот ряд никакой бесконечности не стремится. В таком случае, начиная с некоторого места, хвост этого ряда будет меньше одной второй. То есть вы можете найти такое натуральное число k, что сумма чисел вида 1 p, где p простое, и при этом p больше, чем k. Так вот, то, что этот ряд не стремится к бесконечности, означает, что начиная с некоторого места, сумма всех его членов меньше, чем 1 вторая. Давайте. Все простые числа, большие числа k, называть большими простыми числами. Итак, вот такие числа. Если p простое и p больше, чем k, то p большое простое число. Большое. Замечательно. Ну, естественно, что все остальные числа будут называться маленькими. То есть, если p простое, и оно не превосходит число k, то давайте называем число маленьким. Отлично. Сейчас я говорю простую вещь. Любое натуральное число можно представить, естественным образом, в виде произведения простых чисел. Согласны? Вот любое натуральное число каким-то образом, вот выписываем числа 1, 2, 3, 4 и так далее, каждое из них как-то разлагается на множители. Ну, там единицы, просто единицы, понятно. Есть квадрат простого числа, есть произведение там, двух простых чисел, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Так вот, давайте скажем следующую простую вещь. Чисел от 1 до n, которые делятся на большое простое число p, их очевидно не больше, чем n разделить на p штук. Согласны? Каждое p это число делится на p. Значит, на самом деле строгая формула такая. Чисел, делящихся на p, от 1 до n. Их ровно столько. Каждое p это число делится на p. Значит, чисел, которые делятся на большие простые числа, их вот ровно столько. P простое, p больше или равно чем p больше, чем k. P больше, чем k. Вот на самом деле количество чисел, делящихся на большие простые числа, даже меньше, чем это. Скорее всего, меньше. Почему? Потому что если число делится на какое-нибудь большое простое число и еще на какое-нибудь другое большое простое число, то мы его посчитали дважды. Когда считали на одно и когда считали на другое. Идея понятна? Вот, мы бы сказали, сумма чисел обратно к большим простым числам меньше, чем 1 вторая. Значит, даже если не обращать внимания на эти пересечения, то чисел, делящихся на большие простые числа, меньше половины от общего количества. Итак, вот это неравенство влечет следующую простую, замечательную штуку. Делящихся хотя бы на одно большое простое число, меньше, чем n пополам. Соответственно, поскольку у нас чисел всего от 1 до n штук, а делящихся хотя бы на какое-нибудь большое простое число меньше, чем n пополам, то больше, чем n пополам каких?
делящихся только на маленькие простые числа. Согласны? Все, пишу. Среди чисел, от 1 до n, более n пополам, тех, все простые делители которых, то есть не превосходят числа какого? Не превосходят числа k. Замечательно. Ну, какие бывают простые числа от 1 до k? Какое-нибудь одно простое число, двойка. Второе простое число, тройка. Третье простое число, пятерка. И не знаю, там, как там, m-ное простое число. Вот оно вот меньше, чем k, а m плюс первое число уже больше, чем k, оно нам уже не интересно. Вот есть какое-то количество простых чисел, которые от единицы до k. Но все делители, значит, не превосходят k, это вот, вот нас интересует. Таких чисел больше, чем n пополам штук. Давайте я сейчас объясню, почему на самом деле при больших n такое невозможно. Ребята, когда у меня число разложено на простые множители, то я могу сделать очень простую вещь. Выделить из него максимальный квадрат. Объясняю. Например, 18 это 2 умножить на 3 в квадрате. 3 в квадрате это максимальный содержащийся в числе 18 квадрат. Или, скажем, 1000 это 10 умножить на 10 в квадрате. Понимаете, о чем я говорю? То есть я, ну, из многих чисел максимальный квадрат это просто 1 в квадрате. Да? Например, я не знаю, там 39 это никуда не денешься. Это 39 умножить на 1 в квадрате. Значит, в любом натуральном числе вы можете простые множители по возможности взять парами. Ну, число и такое же число. Вот, и выделить максимально возможный содержащийся в нем квадрат. Поскольку у меня все числа не превосходят числа k, то совершенно понятно, что варианты будут такие. Число q1 у меня войдет или не войдет. q2 будет множителем или не будет. Qm будет множителем или не будет. Ребята, это получается задача по комбинаторике. Смотрите, какая вещь. У меня любое из чисел, которых больше, чем n пополам штук. Это есть произведение пушек в каких-то степенях, в нулевой или в первой, на какой-то квадрат. Согласны? Правила произведения из комбинаторики все помнят. Если у нас какой-то предмет там, x способов взять, другой предмет взять y способов, то взять пару это x умножить на y способов. Да? Замечательно. Так вот, q1 берем или не берем? Q2 берем или не берем? Qm берем или не берем? Ну и после этого какой-то квадрат. Да? И это все должно быть вариантов больше, чем n пополам. Пишу неравенство. Вариантов больше, чем n пополам. Значит, каждая пушка, взятая или не взятая, это значит, вариантов будет 2 в степени m. Это будет больше, чем n пополам. Единственная проблема, сколько способов взять квадрат? Не больше, чем корень из n вариантов. Потому что в роли числа, которое возводим в квадрат, не может выступать число больше, чем корень из n. Согласны? Это финиш. M – постоянное число. M, как помните, зависит только от k. M – это такое число, что qm меньше, чем k, а qm плюс 1 больше, чем k. M – это постоянное число. N у меня может быть сколь угодно большим. Посмотрите, как это неравенство записывается. 2 в степени m больше, чем корень из n пополам. То есть 2 в m плюс 1 степени больше, чем корень из n. Ребята, это ужас. 2 в степени 2n плюс 2 больше, чем n. Совсем ужас. У меня получилось, что n не может быть сколь угодно большим.
заметьте, что доказательства Эрдёша никаких бесконечных произведений эйлеровских не использует. Оно использует просто вот такие вот простые комбинаторные вещи и никаких логарифмов. Но, впрочем, и оценку, на которую это доказательство дает, там мы получили, помните, что сумма обратных величин больше, чем двойной логарифм n, а здесь, в общем, никакой такой реальной оценки не получается.